войны, значит, у нас тоже здесь идет война, и идет она не одно столетие. Это война с русской культурой. Раньше ее запрещали, теперь ее искажают и замалчивают. Но суть от этого не меняется. Потому что эта культура давала и дает огромную опору духовную жизнь. И эту опору у нас пытались и пытаются отнять. Ну, так сказать, как можем, так и делимся. Вот мы начнем наше выступление с, скажем так, с фрагмента песен, потому что многие песни народные. Постараемся их сохранить, так сказать, неприкосновенности, никакой аранжировки, никакой обработки. Вот как их играют, мы там вот так и нет. Просто некоторые люди никуда не торопились, некоторые песни могли быть и 10 минут, и 20 минут, и полчаса. Идут казаки в поход, куда торопиться. Целый день для песни. Первая песня, вернее, ее кусочек небольшой, это «Полно браться нам крушиться». Вот это война за освобождение Болгарии, 19 век. Ой, полно-полно нам, братцы, крушиться, ой, вот и полно веселиться. Ой, ой.